Друзья, всем привет! И хочу сказать, что мы таки решили запустить марафон по мотивам книги «Путь художника», который решили назвать «Я источник творчества». О чем будет марафон? Во-первых, он будет довольно длинным, в отличие от наших марафонов по ранним подъемам. Он будет идти 12 недель, то есть 3 месяца. И в течение этих 3 месяцев мы будем в рамках закрытой группы прокачивать из себя тему творчества. То есть из чего это состоит? Да, кто знаком с книгой «Путь художника», тот знает, кто не знаком, кратко расскажу. То есть задача в том, чтобы ежедневно завести, во-первых, специальную тетрадочку, купить себе книгу и ежедневно писать утренние страницы у себя. То есть зачем это нужно? В чем вообще смысл всей этой истории? Смысл этой истории в том, что в каждом человеке есть вот это внутреннее творческое начало, которое не всегда и не у всех может правильно и полноценно проявиться. Поэтому, при том, что обычно в школе таким вещам не учат, да, и люди, как правило, ну, не особенно понимают, где творчество искать. Да, они идут куда-то учиться, смотрят на каких-то других людей, да, что-то там у себя пытаются найти, а по сути, ну, ищут они не совсем там, где нужно это сделать. Вот, собственно, наша история как раз об этом. То есть, будет задание купить или скачать эту книжку, да, «Путь художника», и дальше, собственно, делать еженедельно задание в рамках этой книжки. То есть нужно будет писать утренние страницы каждое утро, завести специальную тетрадочку, где это будет, и каждую неделю выполнять задание по книге. В чем смысл вообще марафона? Почему бы не сделать это самому? Я точно так же подумал в январе этого года, и мы с супругой решили взять и, собственно, по книжке пройтись. Нас хватило ровно на месяц, после чего мы дружно слились, даже несмотря на то, что мы, ну, достаточно там прокачаны в теме какого-то там упорства и движения к какой-то цели, но при этом, ну, реально довольно тяжело, потому что на каждый день писать, какие-то задания делать, ну, то есть это непросто. То есть на собственной энергии сделать это довольно сложно. Поэтому, ну, при этом, да, при всем при этом, за этот месяц у меня успела родиться на страницах моей тетрадки в рамках утренних страниц идея проводить марафоны. И пятый поток марафона «Я рано встаю», в котором многие из вас, вероятно, сейчас участвуют или были на каких-то прошлых потоках, как раз, собственно, если бы не утренние страницы в январе, не было бы нифига никаких марафонов по ранним подъемам. Вот, и поэтому на днях появилась идея организовать марафон «Я источник творчества», да, по мотивам книги «Путь художника», и там в течение 3 недель собрать людей, которые также хотят научиться находить в себе вот эту вот свою творческую суть и проявлять ее наружу. Причем многие могут подумать, что там тема «Путь художника», тема творчества — это что-то такое про людей, которые там вымазаны масляными красками, куда-то ходят. Не совсем. Творчество — это, по сути, у каждого оно индивидуально, да, вот у меня, например, творчество – это, ну, марафон «Я рано встаю» – это мое творчество, да, тут ни кисточек, ни красок, ничего нету, да. Для кого-то творчество – это какие-нибудь там бизнес-проекты, для кого-то творчество – это организовывать там работу людей или что-то еще. То есть творчество – это просто то, что у вас есть, да, и что у вас не кончается. Вот в чем, наверное, основное определение творчества. То есть если у вас есть что-то, некий бесконечный источник внутри вас, который даете, 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 а он у вас не кончается внутри, вот это вот ваше творчество, значит, вы нашли свое творчество. Вот такая вот идея. Поэтому, еще раз, значит, это будет 12-недельный марафон в закрытой группе ВКонтакте, где у нас так же, как в «Я рано встаю», будет рейтинг участников, чтобы также у нас будут еженедельные задания, у нас там будут еженедельные эфиры, будем тоже для поддержания боевого духа все это делать. И я понимаю, что на опыте марафонов «Я рано встаю», да, в которые у нас супер вовлеченность, в которых у нас из 190 человек в группе, у нас 150 человек стабильно пишут отчеты, что-то делают. То есть, ну, очень большая активность, очень большая движуха. То есть я понимаю, что мне удается, как организатору марафона, сделать так, чтобы люди группой хорошо двигались, да, и хорошо могли продвигаться. Собственно, почему бы тогда на базе «Путь художника» не прокачать у людей тему творчества, да, и, собственно, ну, делаю это во многом для себя, потому что один я не дойду, а если я соберусь организовать марафон, понятно, что я буду должен дойти до конца. Поэтому 11 мая мы стартуем, с 11 мая в течение недели будет возможность зарегистрироваться на этот марафон, дальше регистрация закрывается, и мы, собственно, отплываем на 3 месяца. Поэтому, кому интересно, кто хочет тему своей внутренней сути прокачать, да, найти то, что у вас является неиссякаемым источником вашего творчества, вашего вдохновения, в рамках утренних страниц найти. Собственно, книга очень глубокая, она не только про творчество, она вообще такая духовно такая просветительская штука, да, которая там про творчество во многом говорит. Поэтому приходите на марафон, регистрируйтесь, и до встречи, и будем с вами 3 месяца, практически все лето будем с вами двигаться в тему развития своего потенциала, в тему раскрытия того, что есть внутри вас. Все, до встречи, всем пока!